Лучшего молодого педагога и наставника выбрали в Барнауле. За победу в конкурсе профмастерства боролись 8 пар работников школ и детских садов со всего региона. Это уже 5-й конкурс. И в этом году впервые принимали участие наставнические пары из детских садов. Хотя он все время был открытый для разных типов образовательных организаций. Мы думаем, что в преддверии года педагога и наставника, который объявлен президентом в 2023 году, состав наших конкурсантов и участников в следующем году будет намного больше. Каждая пара участников проводила мастер-класс, показывала свой номер. Лидеры конкурса – учителя иностранных языков 131-й Барнаульской гимназии Артем Семернинов и Владимир Гадеев. Они представили жюри 20-минутную методику обучения правилам чтения на французском языке. Такой прием педагоги используют и на уроках. Мне кажется, что наиболее слаженный тандем именно в этом году, именно здесь, сейчас оказался у нас. Потому что, по большому счету, готовясь к данному конкурсу, мы уже настолько на автомате понимали друг друга. И вот эта вот, ну, так скажем, наша совместная профессиональная деятельность, ну, настолько нам помогала, что я вправо, Владимир Михайлович влево. То есть мы уже понимали, как мы друг друга будем дополнять.